хочу быть парикмахером, потому что он делает людям всякие красивые прически. Он делает волосы красивее. Военным, потому что они охраняют нашу родину и защищают ее. Я хочу стать парикмахером, потому что там красиво делают прически. Ну, я хочу стать солдатом, потому что, ну, солдаты родину защищают. И, ну, они не дают своих людей в обиду. И, ну, ради всех людей, да, ну, стоят на охране. Я хочу быть секретным суперагентом, потому что он спасает мир и борется с преступниками и очень много умеет. Я хочу работать на атомной станции. Выходные тебе иногда дают, а иногда ты просто ночью там ходишь, а возвращаешься, а потом а дома никого нет, на работе там. И, ну, одному это хорошо быть, мне нравится. Полицейским. Чтобы никто там, ну, не крал ничего. И чтобы все было хорошо. Я хочу быть военным, потому что он защищает родину. Я хочу быть в инфо-ЦЕ работать, потому что там надо писать бумажки, дядям и тетям. Я хочу стать продавцом, чтобы всем продавать еду. Я думаю, что он смотрит за Россией, приглядывает, если что-то, какая-то катастрофа случится, то он вызовет кого-нибудь, тот, кто ее предвидит. Он ездит по разным странам и соединяет договоры. Он управляет нашей страной. Я думаю, что он там работает и говорит, он главный. Решает всякие вопросы, чтобы как мы жили, чтобы мы злого не делали ничего. Он указывает, что надо делать. Ну, руководит страной, ездит по всяким там странам, городам. Он следит за нашим городом. Он все проверяет. Иногда куда-то ездит. Еще он может, кто бедный, он им деньги дает. Он помогает людям. Я думаю, что он там делает всякие вот, ну, важные дела. Английский. Потому что я очень люблю английский. Почему я люблю очень английский? Потому что там есть иностранные слова, а я хочу стать учителем этого языка. Математика. Потому что там можно решать примеры и слушаться учителя. Математика, потому что там прибавляются, надо прибавлять, отнимать, складывать, задачи решать. Математика. Потому что математика мне нравится, потому что она очень хорошая, и там мы всегда решаем какие-то задачи и примеры. Математика. Потому что я люблю решать примеры. Мне помогает математика, считать деньги и строить дом. Мне нравится музыка, потому что я хорошо пою. Мне два. Один – это математика, потому что я очень люблю математику. Мне очень нравится решать примеры, выходить к доске. А когда математика, тогда чаще всего выходишь к доске. В математике я просто эксперт, и поэтому я все время хожу на кружок математики. В среду остаюсь. И ИЗО. Потому что мне очень нравится рисовать. Хоть я и не очень хорошо рисую, но все равно мне очень нравится. Математика, потому что я хочу хорошо все решать.
и хорошо примеры, что я был такой хороший, что я примеры все знал. По математике, потому что мы там решаем примерный столбик и иногда решаем задачи. Ну, мой любимый самый урок – это письмо. Ну, просто мы там пишем, делаем всякие предложения, пишем, занимаемся всякими интересными словами. Чтение, потому что я люблю читать. Я люблю сказки и рассказы, потому что они интересны для меня. И они очень хорошие. Я физкультура, потому что она активная, и я сама активная. И потому что это мой любимый урок, потому что мы там эстафеты проходим. Мой любимый урок ИЗО, потому что мы рисуем разные все рисунки и красивые, ну, рисуем разные рисунки. Музыка, потому что я хожу в музыкалку уже 3 года, что-то как-то я ее полюбила за 3 года. Мой любимый урок – окружающий мир, потому что он интересный. Мы проходим всякие растения, птиц, животных. У меня 2 любимых школьных урока. Это английский и физкультура. Физкультура мне нравится, потому что мы там занимаемся, еще мы там на физкультуре играем. А на английском просто мне мама всегда хочет, чтобы я, когда я получаю 5 по английскому, мама за меня всегда радуется.